Приветствую вас, дорогие друзья, меня зовут Виталий, он же Монг, и мы продолжаем проходить Man of Medan. Куда мы идем? Не твое дело. Куда ты ведешь меня, гад такой? Скажи, куда мы, блин, идем? Действительно, и так стрёмно здесь, блин. Так, что там это? А, во. Эй, назад! Не трогай! Ну да, да, конечно. Дал бы он мне ключ гаечный взять от Белаза, блин. Ты не знаешь, что творишь. Делаешь, что он говорит, да? Все время путаюсь, блин, в какую кнопку нажать, чтобы пошла в ту сторону, куда надо. Или пошел. Стой. Что это было, мы? Стой, что там? И все. Постремался маленько. Что там встал за дверью, блин? Подожди, ты развернись. Пожалуйста. Ладно, хватит. Выходите. Черт. Гребаный корабль проклят. Ты только узнал об этом, чувак, блин. За кепка-то. То есть фуражка. Посмотри. НГ Медан. За шум. Понятие НГ. Ты имеешь в виду? Замолчи, не хочу ничего слышать. Олсен! Ё-моё. Зря ты, чувак, не хочешь ничего слышать. Не делай этого, прошу. Боже! О боже, вот этот парень сейчас здесь, с нами, умер на корабле, там и остаешься. Да ну, бред какой ты несешь. Чё-чё, блин, умер на корабле, там и остаешься? Милашка. Куда подевались твои друзья? Я не знаю, что за херня тут творится, но нам нужно найти Олсена. Срочно! Срочно. Кричащий труп. Олсен! Мэр! Qu'est-ce que tu fais? Вот тебе, qu'est-ce que tu fais? Опа! Да, дай картину посмотреть, блин. Там же будущее. Козел, блин.
C'est quoi ce bordel? За хрень. Че, дурак, что ли, блин? Хоть фонарик оставил, блин. Да ладно. Так, картина. Подойди ты к ней. Ну, жесть какая. Лицом к лицу. Так, а чё, куда идти-то? Назад, что ли? Куда это вот? А, он сюда залез. То есть в этот проход пошел, но исчез. Стрёмно, эй, конечно. Есть тут кто? Есть грёбаные призраки, блин. Чё там? Давайте, чтобы никто не выпрыгнул оттуда. Ничего не видно так-то. Да уж. Особенно одному разгуливать по этому кораблю вообще жесть. Опа. Блять, свет потух. Совсем не к добру, я бы сказал. Так, куда идти вообще вот? Тут же может быть что-то полезное. Идем вон туда сходим сначала. Вон что-то лежит там. Или кто-то. Господи, что здесь произошло? Жетон. Чарльз Т. Перрис, Бостон, штат Массачусетс. Не повезло чуваку. Так, там какой-то проход еще есть. Ух ты! Ай! Блин, я там не все просмотрел. Нахрен, что за сучий день? Черт. Ладно, так, погнали. Выше нос. Давай же, мать твою, не тус. Ну же! Чувак, ты-то куда полез, а? Хотя, может, блин, поможешь им как-нибудь? Под нашим руководством. А может и нет. Ой, блин. Что за херня, блин?
Эй, кто здесь? Это очень плохо. Что, блин? Очень жутко. Так, там дверь у нас. Открыто. Да, туда иди. И везде вот этот туман, блин, зеленый. Испарение эти. Ядовитые, блин, наверное. Или галлюциногенные. Давай, давай, сюда иди. Да куда ты, ёкарный бабай? Управление, блин, дичь какая-то, правда. Заходи туда. Святая Матерь Божья. Что здесь произошло? Уже хотел об этом узнать. Пехота США, 14-я дивизия. Офигеть, конечно, бля. Они от страха, что ли, померли? Жутко. Атмосфера начинает... более угнетать. Ай-яй-яй. О, супер. Отлично, зашибись. Ага. Да ну нафиг, блин. Мурашки по коже поползли. Панорама, блин. Да хорош, блин. Надо быть идиотом, чтобы подойти и проверить, что это было. Вау. Мазафака. Кто это мы? Пульс. Летом. Фу, блин. Что, еще раз открыть? Ну давай. Выше нос, чувак. Выше нос. Больше ничего не происходит. Куда этот тип ушел, блин? Или это женщина была? Там ничего нету? Походу нет. Выходи оттуда.
оттуда. Я уже забыл, в какую сторону мы шли. Что это за звуки? Они рядом. Кто они? Стой. Но... Блин, Defend, не помню, что такое. Будущее, что-то, блин. За чистый листок. Заявка на выдачу снаряжения. Количество и описание. Один респиратор, один фильтр. Служебные расходы, да. Податель заявки рядовой Гордон Янг. Отказано. Причина отказа. Рядовому Янгу уже выдан один противогаз. Противогаз. Кажется... Что-то про газ написано, блин. Может, они там. Где там? Где там, чувак? Куда идти-то? Я что-то не понял. Просто так я туда не заберусь. Ага, и что делать? Ух ты! Блин, успел. Еще куда мы попали? Том, если это выплывет наружу, отвечать будешь ты, разберись. Внутренний циркуляр. Всем старшим офицерам копия для интенданта второго ранга. Убедиться, что на гробы сразу же после их обнаружения на водоочистной станции были установлены замки. Содержимое гробов секретно. Гробы должны быть постоянно заперты и находиться под охраной, без разрешения доступа к ним вашим военнослужащим. Уолтер Бишоп. Где вы эти гробы, мать вашу, нашли? На какой водоочистной станции? Так, что делать там, Лил? Типа туда не залезу, говорит. Уж вот этот ящик. Так, несколько проходов опять-таки, блин. Камера, можешь сделаться так, как ты была? Или это... Ну ладно, Алекс? Понятно. Джулия! Эй! Ни Алекса, ни Джулии. О, картина. Вертолет прилетел. Это, наверное, при хорошем раскладе. Ну давай же, выходи оттуда. Немного топорно вот это сделано передвижение. Фак. Ага. Где это мы оказались?
Интересно. Скелеты. Скелеты. Скелеты? Да тут повсюду, в принципе. Скелеты. Куда она делась? И чё? Ну, ключ гаечный, блин. Где-то на 30 примерно. Может, 32. Ну, долбани по нему, блин. Вас не должно здесь быть. И я не должен вас видеть. В смысле, блин? Ты не должен их видеть. Так, еще какая-то записка. Похоже, какие-то разборки. Внутренний циркуляр старшему помощнику Фишеру. Сэр, вы просили держать вас в курсе ситуации с радиосвязью. Мы отправляли радиограмму в указанное ниже время, но не получили ответа. Сейчас 10, 20, 30, каждые 10 минут. До часа 40 мы принимали посторонние сообщения в эфире, однако после не было принято ни единого нового сообщения. Возможно, произошел сбой в нашем радиооборудовании. Я изучаю ситуацию и доложу не позже 3 часов ночи, наверное. Рядовой Купер. К чему бы это? О, прыгнуть? Алекс? Зачем мне туда прыгать? Ох, твою мать! Елки-палки, блин, зачем я туда прыгнул? Надо было пройти там еще. А ты точно знаешь, куда идти? Фу. Что тут происходит? Да, блин, становится страхово. Что там, пуля? Ну, пулька как пулька. Не знаю, что она могла бы значить. Господи, что это? Вполне себе ничего по сравнению с другим кораблем. Очень даже так приятно здесь. Может... Здесь что-то не так. Что тут происходит? Ну... Ай, бля.
Ну подойди ты нормально, чтобы мышка появилась. Чё за херня-то, блин? Серьезно. Два черепа в кругу, в пентаграмме. Чёртовы сектанты какие-то, наверное, опять. Кровище течет. Или просто томатный сок. Что тут реально происходит, блин? Можно я посижу здесь уютно? В этом ресторанчике. Ага, вон там что-то есть. Что там? Маяк? Остров? Что это? Стоп. Блин, назад, назад. Бери, бери его. Что за колдовская книга? Посвященные должны собраться в тишине, не более и не менее, чем пятеро, чистых разумом и душой. Трое из них должны быть женщинами и двое мужчинами. Лица их должны быть скрыты капюшонами. Знаки. Знать, что для волхва и духовного благополучия паствы. Прежде чем начнется фестиваль Акрамахамари, ритуал, именуемый Фрескея, дабы избавиться от демонов силами посвященных. Далее следует начертать пентаграмму. После чего каждый посвященный займет свое место у одной из вершин. Дева, принесенная морем, должна быть лишена сознания и помещена в середину пентаграммы. Затем собравшиеся должны зачитать заговор Сороса с мечами в руках, со всем доступным им рвением. Мы стоим впятером вдали, но столь близки, что можно коснуться рукой. Пентаграмма. Символ о пяти лучах, великим могуществом. Повернувшись на 90 градусов, изобразить уникурсальный. Пентаграмма есть вера. Протяните меч вперед и низким повернитесь градусов. Изобразите мечом акувернальный знак, олицетворяющий почтением. Повернитесь лицом к северу, восторженным голосом вскрикните. Чуть дальше. Я сейчас тут никакое заклятие не прочитаю, блин. Мне домой никто не придет. Меч вперед и восторженным голосом вскрикните. Пентаграмма есть жертва. Страница 34. Посвященные должны сделать шаг к центру и замереть в позиции рам. Произнесите в унисон. Мы есть, мы едины. Исо есть Господь наш. О, Сорос, жертвой сей мы просим тебя очистить ауры наши и изгнать демонов, что преследуют нас. Честь твою мы проливаем, жизнь человеческую, дабы доверие твое. По завершении на пе пятерым должно собраться близ жер, обнажив мечи совместным усилием. Тело от крови нечистой, череп, кинжал, кровь, дерево. Тело следует поместить в гроб из твердого дерева так, чтобы голова всегда была видна пастве, как напоминание о том, что зло способно заразить души людские, и лишь сила Сороса защищает нас. Засим ритуал будет завершен, и духи не фестиваль можно. И духи фестиваль можно. Понятно, блин. Какой-то ритуал по изгнанию духов. Кто-то пытался его совершить. Но что-то, смотрю, безуспешно. Давай еще пройдемся тут по кругу. И там дверь у нас имеется. Пойдем в нее. Так, здесь.
ничего. О, пианино или рояль. Та-ра-д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 а. Шапку не видим, куна. А где, ну, будет моя невидимая? Че, ничего больше нету? Вроде нет. Картины там, допустим, не? Не, ничего. Ну ладно, надо уходить дальше. Пятеро, блин. Три женщины и два мужчины. Но здесь-то всего две женщины в нашей компании. Так что... Что происходит, блин? А, вот он, этот тип на картине, которое видение было. Ух ты! Ненавижу я это! Хрена, блин, мы в этом самолете. Блин. Ну. Да ну нафиг. Паника. Здесь этот тип. Чёрт.
Пипец, блин. Хотели устроить мне сюрприз, пиратские приключения. Отличная задумка. Правда. Это забавно, мне весело, но... Парни, которых вы наняли, слишком далеко зашли. Вы пожадничали. Решили не тратиться, и вот... Эти парни слишком много себе позволяют. Ну, вы меня поняли, да? Если захотите как-то от них избавиться, не вопрос, я с вами. Они же просто гребаные психи. Гоняются за нами повсюду. Давай быстрее, блин, иди. Что там? Ну, кто-то надо мной издевается. Кто-то издевается. Водочистная станция с заметками Warrant офицера Найта. Блин, ну чё мне это дает? Хрена мне это не дает. Картина? Точно. Ага. Крышки трамблера трындец пришел. Однако. Дюк? Но нет. Этого просто не может быть. Яхта, блин, в бутылке. Дюк. Дюк Нюкем. 3D, блин. А, да, блин, подойди ты к этой записке. Форма, приказ, форма. Кого? Капитан Уильям Форд. Кому? Старшим офицерам. Только для внутреннего использования. Задание. Человек за бортом. Даны приказы. Стоп-машина и встать на якорь. В 1:28 мне доложили о человеке за бортом. Убедитесь, что все ваши подчиненные уведомлены об этом и готовы участвовать в поисках. Уильям П. Форд. Это был не несчастный случай. Я видел, как он прыгнул. Что интересно? Еще записочка. Внутренний циркуляр, 14-я пехотная дивизия. Всем офицерам по приказу капитана Форда, офицерам строго запрещается употреблять алкоголь на протяжении всего маршрута. Офицер, замеченный за распитием алкоголя или в состоянии опьянения, при выполнении своих обязанностей, будет отдан под военный трибунал. Алкогольное довольствие будет выдано вам позже. Уильям Форд. Война закончилась, это полная хрень. Ну, не знаю, не знаю. Полная это хрень или не полная? Да они издеваются. Надо как-то валить отсюда. За идиота меня держат. Что там, нету до входа? Не знаю, кто. Но они надо мной издеваются. Просто издеваются. Чувак, блин, не сходи с ума, пожалуйста. Я понимаю, что тут трудно это сделать, но... Хорошее оружие, блин. Ты. Грёбаный полтергейст. Холодно.
Че ты ее не возьмешь-то? Возьми ее, блин, в руку. И пойдем с ней ходить. Или ты хочешь, чтобы тебя пришпилили? Бутылка пустая, чуть дальше. Не слишком-то он следовал собственным запретам. Да. Мать твою! Ненавижу! Уж капитан должен был знать, что за хрень тут творится. Нефиг было гробы какие-то, блин, подбирать. Да, надо заглянуть за дверь, конечно. Так. А может... Может, не надо? Не, все же надо. Может, не надо? Так, ладно. И как мне открыть эту сраную дверь? Ого. Я даже не знаю, как ее открыть. Пошли туда. Может, этот возьмешь? Подсвечник? Долбанешь по замку? Увесистый. Ой. Вот на S самое... Успел, блин! Грёбаный кибастос! Прячься. Ой, блин, жесть-то какая, а? Уйди, мразь! Эй, иди! Я просто случайно лишний раз нажал. Это была моя роковая ошибка. Прости, чувак. Чувак, прости, блин.
чем дело, душа моя? Ты что, меня больше не любишь? Я нажал на Д! Скорей! Блин! Не, блин, это точно не мое, эти кнопки тяжать, блин. Все, хана. Здесь безопасно? Думаю, да, здесь мы будем в порядке. Я бы не был так уверен. О, привет! Похоже, мы внезапно приблизились к миру духов, не так ли? Ну вот, одним меньше. Да уж. А как же Конрад? Ему, точнее вам, следовало быть осторожней. Вам уже ясно, что происходит? Как это прекратить? Как спасти жизни ваших несчастных безбилетников? Узнаете, надеюсь. Хотя предыдущие пассажиры судна так ничего и не поняли. Той ночью было много смертей. Позвольте помочь вам, дать подсказку. Давай, блин. Ну что ж, как бы сказать, здесь могут быть замешаны силы, близкие к науке. И даже, может быть, к политике, понятно? Менее потусторонние. Вы, может, уже кое о чем догадались? Что все и вся может оказаться совсем не тем, чем кажется. Надеюсь, это поможет. Вам разве не интересно, что обо всем этом думают ваши бедолаги и как в будущем избежать ненужных трагедий? Вперед, за дело. Скоро поговорим. Что бы это значило, какая-то особая возможность, блин? Этот корабль наверняка проклят. Это единственное объяснение той хрени, которая тут творится. Надо успокоиться и постараться мыслить трезво, ладно? Погодите, а где Конрад? Кто-нибудь его видел? Мы разделились. Я его видел. В смысле, я и Флис, так? Видела мельком. Я пыталась его догнать, но он исчез. Как исчез? Почему? Тут что-то не так. Может, он ранен? И серьезно? Ноги у него шустрые, как и язык. Я за него спокойна. Так, немедленно возвращаемся и ищем моего брата. Джулия. А вдруг он там умирает? Нужно идти. Конечно. Но не сейчас. Что за хрень творится на корабле? Потому что, если честно, мне кажется, здесь
Ну, обитает какое-то зло, в буквальном смысле. Надо успокоиться и постараться мыслить трезво, ладно? То, что я видела... Короче, там были трупы. Трупы солдат. Они были вполне себе мертвые, но потом вдруг ожили и... Знаешь, я бы сказал, звучит не так уж и безумно. Там был еще один Алекс. В каком смысле? Там ходили какие-то чудища с его лицом. С лицом Алекса. Это было ужасно. Джулия, я бы тебя не обидел. Ты ведь знаешь? Я знаю, просто... Не может все это происходить. Ну, пусть что-то одно. Но не весь этот бред сразу. Слишком много совпало. Тут явно какая-то херня. В чем мы можем быть уверены? Что реально? Этот корабль-призрак, где золото, блин. Я долбанулась, или это корабль-призрак? Вот и я хотел сказать. Мы не первые, кто видит здесь чертовщину. Караульные до смерти испугались чего-то странного в грузовом трюме. Мы нашли запись, что несколько человек чего-то испугались и пытались откосить от дежурства. Где команда, блин? Что здесь произошло на самом деле? Без понятия. Здесь сплошная чертовщина. Плесень, грязь, вонь. Всякая жуть. Пойди разбери, что тут настоящее. Что случилось с экипажем? Куда все делись? Тут повсюду пахнет смертью. Как в могиле. Так откуда все эти трупы? Видимо, умереть от страха все-таки можно. Походу, с этими людьми так и случилось. Мы знаем больше, чем раньше. Это уже кое-что. Мы тратим время. Надо действовать прямо сейчас. Пора отсюда сматываться. Без крышки трамблера мы далеко не уйдем. Дюк не заведется. Погодите. Тут же наверняка есть радиовышка. Можно ее задействовать. Здорово, но ты уверен, что она еще работает? Нужно как-то туда подняться. Давайте, дорогие друзья, прервемся на этом месте. Хватит на сегодня страхов. Блин, чувак погиб. Я что-то вообще, блин, то нормально прожимаю, то, короче, косячу с кнопками. Кнопки вот эти жать, это вообще не мое. Я это давно знал. Так что вот как-то так. Ну ладно. С вами был Виталий, он же Монг. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал, пишите комментарии. Всем пока-пока и удачи.